Блять, у меня еще голду списали. Блять. Я знаю, кто сейчас меня смотрит, и он очень сильно хотел. Приходочки, друзья, меня зовут Богдан Варки. Мы сегодня с вами открываем 176 контейнеров. Почему 176? Да потому что, блин, я открыл контейнеры, и у меня тут очень сильно все багануло, и хочется уже, так сказать, погулять на все, потому что, так понимаю, у Леста либо так специально сделал, либо сняли ограничения по открытию контейнеров. Не буду тянуть, погнали. Это советские контейнеры, соответственно, и контейнеры мистические. Давайте я, пожалуй, открою быстренько с вами советские контейнеры, потому что я знаю, что там особо ничего такого падать не будет, потому что там аватары и все в этом духе, потому что здесь особо контейнеры, ну, типа, здесь не падает сам танки, как бы здесь, в принципе, так очевидно, потому что шансы упадения 0,37%. Ладно, это компенсация в серии все же, танчик, кстати, неплохой. Ну, про что я говорю, 10 контейнеров вскрыл, мне пукан натянул. Ой-ой-ой-ой, короче, я буду просто быстренько открывать. Начальный старт хороший пошел. 3000 голды. Ну, пока я в жесткий минус, потому что у меня сейчас в данный момент на моем аккаунте составляет 15000 голды. Хотя у меня тут присутствовало 128000 голды. Да. Да, ребята. Это, походу, крайний видос будет, потому что, скорее всего, я здесь уже не окуплюсь, потому что чувствую подводные камни. Мистический сертификат. Погнали дальше. Это очень просто долгий видос будет, поэтому я не хочу. Чего? Блять, у меня еще голду списали. Блять, это пиздец. Блять, у меня сейчас просто 170 контейнеров. Короче, там, походу, в районе что-то 200 контейнеров я открыл. Открываю. Господи, какой же кошмар, а. 177 контейнеров, пиздец. Надеюсь, мне очень крупно повезет. Леса, остановись. Не забирай мою голду больше. Ну, хоть о, нифига себе, они падают. Слушай, хорошо так прям. Бля, слушай, ну они прям забрали такую, думаю, прям все до нуля прям. А че голда, она что приходящая, что уходящая, типа, в любом случае. Некоторые там оставляют голду, не тратят ее, блин. А кто-то просто в ноль сливает. Наподобие меня, блин. Че выпало? Я просто проворонил момент. А, 100 голды, да? Все, понял. Идем дальше. Я чувствую, третьих уровнях очень будет очень-очень много. Потому что 130 контейнеров. Ну, 13 контейнеров, в общем, залутается. Ну, если еще, конечно, повезет. Но третий уровень, кстати, вот выпадают еще. Надеюсь, мне прям очень крупно повезет. Нет, если, по идее, окупиться, ну, прям хорошенько купиться, два раза подряд, должно прям выпасть по 50 тысяч голды. Ладно, хрен с ним, даже по 25 тысяч голды, я согласен. Типа, чтобы как бы сильно не прогореть все равно в этом деле. Или ботанчики коллекционные, чтобы поупадали. Третий уровень, смотрю, прям падают и падают. Так, соточка. Слушай, десятка даже не падает. Но максималка тройка упала. В начальном старте прям. Мистический сертификат. Я честно, блин, ну мистических сертификатов прям, я чувствую, прям много будет у меня. Мистические соточка. Да где-то я чувствую, что где-то здесь есть прям хороший буст. Давайте так, если мне выпадает 50 тысяч голды, я постараюсь без всяких эмоций, без криков и все в этом духе сделать. Даже если даже 25 тысяч голды тоже выпадет, я тоже буду молчать. Так, 500 тысяч кредита, понятно. Открывать нужно контейнеры, не, как сказать, без эмоций. Потому что Лес-то видит, что типа ты недовольная рожа, блин.
И то, что ты не открыл, ну, тебе выпадает, он говорит: так, я не понял, а что ты недоволен тут? Ты не рад, что тебе выпало? Ну, а еще тогда... Блин, свободка прям падает. К Новому году прям конкретно готов. Походу, слив ресурсов. Напишите, ребята, кстати, в комментариях, сколько у вас сейчас в данный момент на вашем аккаунте свободки. И готовы ли вы открывать ее на Новый год? Готовы прям резко на шары прям сливать? Мне это очень будет интересно почитать. Сколько у вас свободки? Пожалуйста, только без. Я сказать, да у меня там 100 миллионов свободки, там тыры-пыры, блин. Напиши честно, сколько у тебя, блин. Я думаю, до Нового года, я думаю, я наберу где-то в районе 40 миллионов, наверное, свободки. Но учитывая то, что я постоянно контейнер сейчас открываю, вот в районе 100, с чем-то там штука уже вышла. Ах, бля, пятерик выпал, блядь, это... Ладно, пятерик только выпал всего лишь. Всего лишь только пятерик выпал. Это еще не... Ой, сейчас у меня будет спам с этим дней према, блин. Ужас просто конкретно. Блин, да сколько у меня третьих кур, мне это интересно. Я знал, что типа такая система бывала, блин, когда лес-то завезут мистики, блин, и система нагнется немного. Да и все это прекрасно понимали. Так, 9 контейнеров осталось, и у нас еще будут вторые уровни и третьи уровни. Пожалуй, их очень будет еще много. Мистические сертификаты падают, блин. Так, давайте 3 контейнера спокойно откроем, чтобы это не торопиться. Но я не хочу тоже время очень сильно тянуть, видосы затягивать. Потому что видос очень долгий будет. Такс. Ема, у меня... Ема, 10! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, блин, если повезет, конечно, если повезет. Такс, у нас получается 3 уровень падает будет сейчас при заполнении стамины. Ага, стамина заполнилась, 3 уровень выдал. Чувствую с камину 2000, хорошо. Такс. Пожалуйста, только без эмоций, Богдан. Просто без эмоций. Держись спокойно. Не это, не ори там, если там тебе... Есть полмиллиона, конечно, выпадет. Я, блин, эту переверт уже сделаю, блин. С кресла, блин, сразу же. Такс. Мы, кстати, забираем еще 3 уровень. Прям 3 уровня прям полно, блин. Еще 3 уровень дали, заебись. Так, сколько у нас? 14 контейнеров 3 уровня. И сколько у меня голды имеется сейчас? Да, ребята, я в жопе. 22 тысячи голды, господи. Так, ладно, погнали местечки открывать. 3. Но тут прям шанс. Прошлый ролик, который выкладывал, вряд ли мне так крупно повезет. Прям ошибочка конкретно будет меча тут. Пятерик, ну... Потратив до хрена тысяч голды и получаешь за это пятерик, такой себе удовольствие. Ты должен в сотку выйти. Просто плюс. Здесь просто сейчас зарешает всего лишь один контейнер, который у меня будет присутствовать 100 тысяч голды. И все, этого достаточно будет. 2,5. Грустно, грустно. Где-то же тут присутствует... Блин, 200 тысяч голды было бы вообще бы зашибись. Ресточка, ну подкрути, пожалуйста, а. Пожалуйста. Вон профиль, кстати, у меня вроде этот есть.
500 тысяч кредитов. Золотишко бы тебе сейчас бы просто вот так ассалам сфотошопить бы тебя, конечно. Нахрен мне твои десманы? 2,5 тоже неплохо, блин, но... Сюда бы добавить еще 2 нолика, было вообще бы зашибись. Ай, губозакаточную машинку бы мне подарил бы кто-нибудь. Да иди ты нахуй со своими 2,5, блин, а. Говорит, мне нравится 2,5, забирай косарь, блядь. Блядь, ужас, просто ужас. Да. Эй, кошмар, просто кошмар. Так, у нас еще контейнер остается. 37 тысяч голды у меня осталось. Кошмар, конкретный кошмар. Так, ладно, погнали. Ну все, все, мы забираем с вами пятерки, восьмерки. Десятки вообще нам не встречаться не будут. Т-34 экранированный. Ой, ну окей, хорошо, ладно. Восьмерочка. Ну тут прямо обидно очень будет. КВ-5 у меня есть. Большинство, у меня Лёвы нету. Я Лёву бы очень сильно хотел. Просто в коллекцию. Из этих фреймов все есть. Тоже есть. Прикольный, кстати, аппаратик. Франкенштейн. Блять, у меня очень плохие воспоминания с этим Калибаном на стриме. Так что, пожалуй, я просто его скипну. Ну все, все, открутка пошла. Блять, десятка вообще даже не выпадает. Блять. Я знаю, кто сейчас меня смотрит, и он очень сильно хотел кара. Бля, брату, Димон, прости, пожалуйста, бля. Ну я не знал, что мне так на самом деле очень крупно повезет. Прости, пожалуйста. Это ужас, конечно. Но я знаю, что он в комментариях в любом случае напишет. Такс, это что значит получается? У нас мы имеем с вами дохрена, прям дохренище, прям 44 тысячи голды. Блин, магазин сейчас в любом случае сейчас завис и, наверное, вряд ли сейчас даст еще. Блин, я, короче, открывал контейнеры, мне теперь начисляется просто в двоекратном размере получается, блин. Я не хочу такого, блин. Видимо, то, что я много раз натыкал, мне начисляется. Бог с ним, открываем дальше первый уровень. Надеюсь, повезет. Потому что ролик этот очень сильно затянется. И так он, наверное, по-любому затянется ролик где-то на минут, наверное, 15, а то и на 16 минут. Не знаю. Месяческие сертификаты только падают, блин. Из них, которые выпадают, шестерки и... Семерки, восьмерки, ладно, хрен с ним. Ну, выпала там кара. Бог с ним. Блин, сейчас просто вот здесь должно быть просто конкретное везение. Прям окуп конкретно должен быть. Надеюсь, не произойдет такого, что больше не будет начисления. Надеюсь, я жестко не обломаюсь. Кстати, 11 загадок, кстати, сейчас тоже подкрываем. Посмотрим, что пойдет. Сейчас третий уровень еще забираем с вами. О, даже две. Нифига себе. Блин, еще и такая буст так у нас идет. Так, с это погнали. Угу. Понятно все, короче. Скам, скам, скам. О! Все-таки есть все-таки везение. Компенсация 7500. Ликан есть. Прикольно, кстати, аппаратик тоже. Сейчас встречаешься. Т-25. Мышка. Мышечка наша любимая. Так, давайте зайдем в магазин и, пожалуй, купим... Так, сколько у меня? 11 вроде, да? 11 это загадок. 11. Ну, можно, кстати, подкрыть вот такие контейнеры. Вряд ли, наверное, дадут сразу. Да. Будем ждать начисления. Я не знаю, что происходит, блин. У меня постоянно начисляется голда, блин. Хотя я за загадки покупал контейнеры, блин. Ладно. Так и шибить, открываем, блин. Я больше не буду там тыкать по глупости, блин. Потому что сейчас я точно реально обанкручусь, блин. Я не знаю, я открыл уже в районе, наверное, 200 контейнеров где-то. Ужас какой конкретно происходит, блин. Все хочу оставить на самое вкусненькое, блин. А мне вот такая хрень выпадает. Кстати, я посчитал, что я, кстати, залутал сейчас в данный момент свободки 1 050 000. А это значит, что я буду открывать также это все на шарике.
Аллилуйя, свершилось наконец-то. Забираем контейнеры, сюрприз, погнали. Так, Химера и Су-130ПМ. Открываем сразу же Химеру, пожалуй. Забираем Химеру. Нет, не заберем. Ну, тогда Су-130ПМ, потому что гарантированно я должен забрать его. Ага, конечно. По щекам бьется, бьется. Ну, просто космос, погнали тогда. Просто космос быстро забираем. Там, десяточку, да где ж тогда, ага. Ну, давай 100 тысяч голды. Окуп должен быть какой-то. На, держи, блин, 200. Эй, ужас какой, блин. Да, скамина конкретная, блин. Так, второй уровень. Вот, кстати, свободочка вообще топовая сейчас падает. Прям радует. Все. Закончилось все. Что мы с вами имеем? Имеем мы с вами дохрена чего полезного. 1,5 миллиона. Ну, 1,050 миллиона. Мы забираем. Итого у нас с вами на счету 33 тысячи голды, 225 миллионов, 227... Ах, язык заворачивается, 227 миллионов свободочки. Как и, в принципе, хотел собрать вообще 50 миллионов свободки, но все же. Ладно, ребята, увидимся на стриме, всем покеду, друзья.